Сегодня в Адамбае была организована самая высокогорная в России акция «Кавказ за наших». Организатором мероприятия в поддержку российских военных, находящихся на востоке Украины, выступило региональное отделение Общественного народного фронта. Вместе с общественниками на высоте 3200 метров над уровнем моря побывал и наш корреспондент Артур Махце. Кавказ за наших! Акция, которая сегодня прошла на высокогорье Карачаево-Черкесии в поддержку российских военных, пожалуй, не имеет аналогов. Высота 3200 над уровнем моря. Группа горноспасательной бригады «Донбай» и специалисты из патруля горнолыжных трасс готовятся к массовому спуску по снежному склону. Так началось мероприятие, организованное региональным отделением Народного фронта и администрацией курорта. Народный фронт в Карачаево-Черкесской республике при поддержке местного населения проводит самую высокогорную акцию «Кавказ за наших». Сегодня вы видите, что мы поднялись на высоту 3200 над уровнем моря. И Донбай, все население, ребята поддерживают наших солдат. Для обычного поклонника горнолыжного спорта спуск с трассы с дополнительным грузом сродни подвигу. Однако эти люди привыкли работать в любых условиях, помогать попавшим в беду туристам. А потому прокат с национальным флагом для них скорее почетная миссия. Таким был старт самой высокогорной акции в поддержку российских военных, участвующих в специальной операции на территории Украины. Далее у посетителей курорта и персонала предприятия общепита была возможность присоединиться к мероприятию, чем они с удовольствием и воспользовались. Так представители всех работающих в горах организаций получили в подарок атрибутику «Кавказ за наших». Донбай за мир, но Карачаево-Черкесия за наших. Горно-спасательный отряд поселка Донбай. От всего лица спасательной службы мы официально заявляем, мы за вас, мы в любое время с вами. Мы вот здесь находимся, рядом с границами тоже. И стараемся как-то, как можем помочь, поддержать вас. Мы духом с вами, пацаны. Артур Махце, Ислам Урумов, Вести, Карачаево-Черкесия, Донбай.